Приветствую вас, близнецы. У нас прогноз для вашего знака зодиака на первую половину октября. Давайте посмотрим по всем сферам жизни, что вас ожидает с 1 по 15 октября представителей знака зодиака близнецы. Мы посмотрим еще сюрприз, неожиданность на Ленорман. Получим совет для вас от оракулов. Также у нас будет свой маятник. Маятник ответит на вопрос «да» или «нет». Мы посмотрим, что нам ответит маятник. Близнецы, первая половина октября. Так, давайте посмотрим, что вас ожидает с 1 по 15 в начале этих 15 дней. Сегодня немножко по-другому разложим. В начале этих 15 дней, в середине и в конце. Что вас ждет в любви, в отношениях? Первая карта, у кого есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость? Первая карта у вас. Для тех, кто в поиске, какие у вас перспективы? Финансы в начале этих 15 дней, в конце этих 15 дней. Совет или предупреждение от Таро. Смотри, какая карта выпадет. Так, сейчас я чуть-чуть подвину. Так, я надеюсь, вам видно. На дне колоды у нас троечка пентаклей. Ну, это может быть в конце 15 дней. Здесь одержать победу. А, это совет у нас, да, извините. Здесь у нас девятка. Девятка в конце недели и тройка пентаклей. Здесь может быть сдать какие-то экзамены. Но, скорее всего, нужно будет подготовиться. Также пройти тестирование. Может быть, это прием на работу или прием в какую-то слаженную команду, в какой-то коллектив. А, например, вы приходите на собеседование, вам говорят, покажите, на что вы способны. Вот здесь вам нужно будет постараться. Также здесь может быть какая-то сделка, хорошее вложение в бизнес, прибыль от ранее проделанной работы. Еще это может быть занять какое-то повышение, например, на работе. Но для этого вы должны проявить внимательность и осторожность. То есть может быть какое-то место освободиться или новое назначение. Также карта говорит, если вы планируете в конце этих 15 дней вкладываться в свою работу, в свой бизнес, то да, вкладывайтесь, но учтите свои прошлые ошибки, может быть, промахи. То есть воспользуйтесь своим прошлым опытом. Хорошо, давайте посмотрим сюрприз или неожиданность на Ленорман. Близнецы, первая половина октября. Только мне, наверное, нужно чуть-чуть подвинуть, а то мне не войдет. Так, что нам покажет Ленорман? Здесь это касаться может чего угодно. Тучи говорят, что была какая-то неясная ситуация или были какие-то, может быть, проблемы, препятствия. Но тучи – это природное явление, это что-то временное. Это может быть и ваши колебания, сомнения относительно какого-то решения. Тут, может быть, или было несколько вариантов, и вы сомневались, какой выбрать. Или здесь карта говорит, решается какой-то вопрос, который был до поры до времени от вас скрыт. И перед вами открываются то ли новые дороги, то ли новые возможности. Конечно, это может касаться и потому, что в середине недели у вас ложится рыцарь жезлов. Может быть, это какие-то поездки, переезды.
Но были сомнения. Что-то вы или выбирали из нескольких направлений, или были колебания, нерешительность. Но в любом случае какая-то у вас поездка. Это может быть переезд с места на место. Это может быть поездка, например, на заработки или командировка. Тут или были ваши сомнения, или непонятно, решится этот вопрос или нет. Также это может быть выбор из двух направлений. Может быть, направление вашего бизнеса, может быть, по работе. Неясно было, получите вы это назначение, не получите. Но ключ в любом случае у вас в руках. И он говорит какую-то проблему, которая, может быть, даже долго не решала. Ну нет, получим это недолго. Но что-то скрыто было от вас. Наконец-то вы эту проблему решаете. Хорошо, в начале этих 15 дней, в начале октября, у вас ложится двойка мечей. Я говорю, это какой-то выбор. Но еще двойка говорит, что вы сомневаетесь, что предпринять, или какое направление выбрать, или, может быть, выбор из двух. Это может быть выбор из двух людей. Также это может быть выбор из двух предложений, или это есть реально какая-то у вас дорога. Это может быть ехать, не ехать, получится, не получится, ваше сомнение. Но так как рыцарь лег и ключ, и дорога, да, какая-то поездка у вас совершится. Конечно, это может быть поездка, например, в отпуск, или может быть уехать, вот я говорю, на заработки или командировка. Но также это может быть связано с творчеством. То есть вот сомнение, начинать, не начинать, а вдруг не получится. Ну, как бы карта говорит, энергия вам будет дана, импульс будет. Только учтите свои старые ошибки, свои промахи, если таковые были. Ну, или карта говорит, проявляйте осторожность, внимательность. Или, может быть, никому не рассказывайте до поры до времени. Тут еще ведь в отношениях, для тех, кто в браке, в отношениях ложится туз пентаклей. Это может быть крупное решение финансовых вопросов. Но, как правило, это не десятка. Да? Десятка – это переезд, покупка, продажа. Здесь, наоборот, что-то новое. Это может быть купить участок земли, начать строить дом. Это может быть подобрать квартиру, но, может быть, без отделки. То есть еще туда нужно будет вкладываться. Еще, может быть, туз пентаклей для кого-то говорит, для тех, кто, может быть, в браке, о беременности, потому что пентакли – это семя. Это может быть какой-то подарок, покупка, может быть, автомобиля, потому что все-таки рыцарь – это движение. Да? Может быть, кто-то поедет в отпуск, ну, хорошая путевка там, на какие-то острова. У кого-то здесь из семейных может быть получение очень хорошей работы, но для этого вам нужно будет уехать. Это может быть другой город, а может быть и другая страна. Может быть, вы поедете всей семьей. Кому-то могут одобрить ипотеку. Может быть, еще, знаете, по тузу пентаклей родители вам, например, дадут на первый взнос. И вы сможете дать эти 10% внести, чтобы вам ипотеку одобрили. Но тут какие-то хорошие шансы. А вот для тех, кто в поиске, ну, здесь ложится тройка мечей. Карта говорит, что ваше сердце еще пока кровоточит. Может быть, у вас был болезненный разрыв, может быть, развод. Пока вы еще не готовы к новым отношениям. Совет предупреждений. Здесь карта может говорить, как шестерка мечей. Да, шестерка жезлов. Это победить самого себя. Может быть, победить свои переживания, вот это, справиться с этой потерей. Давайте мы вам посмотрим для тех, кто... поиски. Да, ну пока поиска не вижу. Тут страх остаться одной или одна. Ну да, тут еще болезненный разрыв. Вы еще пока в тех отношениях, которые у вас закончились. У вас еще бурлит ненависть. Вам хочется отомстить, наказать. Рыцарь может быть, конечно, и о внутреннем конфликте говорить. Может быть, вы себя в чем-то вините, что вот, может быть, я виновата из-за того, что меня бросили. Почему шестерка в совет предупреждения говорит, чтобы ваша личная жизнь наладилась? Одержите победу над своими страхами, комплексами, если таковые в вас вырастил вот противоположный ваш бывший партнер или партнерша. Да, пока вот эти 15 дней я не вижу у вас новых отношений, пока вы еще... там.
Вот здесь даже Ленорман говорит о том, что вы сейчас чувствуете какое-то смятение. Но ключ-то ложится. Он говорит, что вы выходите вот из этого состояния. У вас есть шанс выйти. Но развилка – это опять нерешительность. Это сомнение, это колебание. Поэтому вам есть шанс здесь справиться. Просто вы должны быть настроены на то, что, может быть, это вообще был не ваш человек. Давайте вам совет посмотрим отдельно. Совет. Ну, обнуляйтесь. Обнуляйтесь. Шут – это жизнь с чистого листа. И верьте в то, что у вас жизнь наладится, и все будет хорошо. А для кого-то здесь совет вообще куда-то уехать. Может быть, поменять место жительства, может быть, покорить какие-то новые горизонты. То есть вам нужно выбрать новое направление, новый путь и знакомиться. По шуту – это новые люди, это новое знакомство, это новая любовь. Может быть, карта вам советует более спокойно, что ли, относиться к тому, что да, люди приходят в нашу жизнь для чего-то. Может быть, мы получаем опыт или проходим какие-то уроки. Они уходят, приходят новые люди. И мы должны понимать, что все это нам для чего-то дается, для какого-то опыта. Но в любом случае карта вам говорит, постарайтесь избавиться вот от этой боли. Может быть, даже карта советует вам съездить в отпуск, развеяться. Но это как вариант. Хорошо, работа, карьера, бизнес. Первая карта у нас для тех, кто работает. Здесь новое что-то. У кого-то может быть новое назначение. Вот как мы говорили, да, может быть, занять какое-то место. Может быть, вот победить в каком-то отборе. Может быть, несколько претендентов будет. Здесь вам карта говорит, и по тройке тоже. Есть шанс как-то пройти вверх, да, занять хорошее положение, пройти вверх по карьерной лестнице. Но тут надо или постараться показать все, на что вы способны, или вот именно проявлять внимание для того, чтобы занять какую-то должность. Это может быть новый приказ о назначении. Для кого-то может быть здесь какой-то новый творческий проект. Или заключение очень крупного договора, какой-то сделки по работе. А может быть, здесь какие-то официальные дела, юридические дела. Ну, то есть туз мечей всегда показывает новые начинания. Ну, а еще у нас туз всегда приходит после десятки мечей, когда мы оказываемся в каком-то сложном положении, или здесь заканчивается какой-то один там проект, этап в вашей работе, и начинается что-то новое. Может быть, здесь еще нужно составить с кем-то разговор, может быть, наладить какие-то связи. Вот по тройке это вот карта говорит о заключении какого-то, может быть, партнерства. Но здесь не два человека, здесь больше. Может быть, какое-то объединение нескольких людей или каких-то предприятий, слияние, да. И по королеве вы можете занять очень хорошее место, то есть стабильное место, стабильная работа. То есть и заказы будут, и прибыль будет постоянная. Ну или здесь иерофант. Кому-то здесь может быть по тузу мечей, для того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, нужно будет, может быть, какие-то курсы пройти или поступить, не знаю, там, в высшее учебное заведение. Потому что иерофант – это, как правило, всегда учение. Или это еще присоединиться к какому-то закрытому обществу. Ну, например, вы работали мастером, а здесь вас делают начальником цеха. То есть это уже ИТР, да, это уже элита предприятия, ну, как вариант. Но все равно вот здесь будет какая-то оценка ваших способностей и достоинств. А для тех, кто в поиске работы, восьмерка кубков, здесь или надо уехать куда-то, отправиться в дорогу, на заработки, может быть. Очевидно, там, где вы находитесь, ну, нет предложений. Конечно, восьмерка всегда говорит о закрытии бизнеса, о потере работы. Ну и понятно, и так вы ее ищете. Может быть, она еще говорит, посмотрите другие направления, потому что иногда эта карта указывает вообще на смену рода деятельности, на смену профессии. Но для этого, может быть, нужно то ли кому-то под руку встать, то ли, опять же, вот какие-то курсы, тренинги, коучинги, что-то такое пройти, получить, может быть, совсем другое направление деятельности. Так, давайте вам совет посмотрим.
Учиться, да. Это учиться, это получать информацию. Может быть, что-то связано со сферой коммуникаций, обучение языкам. Если вы куда-то уезжаете за границу, карта говорит, учите язык, чтобы вы там смогли найти хорошую работу и закрепиться. Без языка вы будете работать на самых низкооплачиваемых работах. Ну и, естественно, будет заработок. Вот учиться. Но еще, может быть, Паш Мечей говорит, соберите информацию, проанализируйте, может быть, через интернет предложение. Также это может быть работа, связана IT-технологии, какие-то колл-центры, где коммуникации, да, вот, обзванивают, где очень много общения с людьми. Реклама, ну, может быть, что-то еще с журналистикой связано. Но смотрите, если вы куда-то собираетесь уезжать, если вы, не знаю, живете там, вообще ничего не развивается, если ехать собираетесь за границу, карта вам советует хотя бы подучить разговорную речь, чтобы вы могли общаться. Хорошо, финансы. В начале этих 15 дней страшный суд, какие-то хорошие благоприятные перемены. У кого-то может закончиться какой-то судебный процесс. У кого-то тут реально по деньгам может быть переезд, смена места жительства. Но страшный суд может говорить, это когда вы просто меняете адрес там, где вы живете. Кто-то, может быть, будет переезжать в другой город, а может быть, кто-то в другую страну. Вообще у нас страшный суд – это выход из кризиса. Это преодоление каких-то трудностей. Для тех, кто не работал, это может быть нахождение новой работы. Для тех, кто работал, это может быть новая работа, да, новая должность, например. Ну, в конце, по деньгам, 15 дней, это ожидание сбора урожая туда, куда вы вкладывали свои силы. То есть это медленный, но уверенный рост. Это может быть продвижение по карьерной лестнице, значит, будет небольшое повышение зарплаты. Если это ваш собственный бизнес, вот вы посадили этот виноград, да, что-то вы уже, какой-то виноград зреет, вы что-то уже собираете, но весь урожай будет чуть позже, да, ему нужно еще созреть. Но перспективы здесь хорошие. У кого-то могут быть выплаты по беременности, если кто-то здесь рожает по тузу пентаклей, но это, как правило, показывает не роды, а беременность. Может быть, какие-то выплаты, не знаю, на детей, может быть. Также это может быть траты, вот у кого кто-то дом начинает строить, да, это медленный рост, это вкладываться в свою недвижимость. Кто-то будет вкладываться, может быть, квартиры без отделки. Тут карта показывает траты. Но это траты на то, что вы понимаете, что и дом будет в цене расти, и квартиры дорожать будут, тем более с отделкой. Это закладывать фундамент на будущее. Совет предупреждения, шестерка жезлов. Вообще она говорит о победе, об успехе. Но иногда карта говорит, что человек получает то, что он заслужил. Если вы делали хорошие дела, вкладывались в развитие, в бизнес, значит, вы получаете результат своих трудов. Для тех, кто в поиске любви, но я уже озвучила, здесь надо работать над собой. Еще это продвижение по карьерной лестнице. Ну, а также, если у вас будет сложная ситуация в эти 15 дней, карта говорит, берите бразды правления над этой ситуацией и одержите над ней победу. Также, может быть, для кого-то ждите хороших новостей. Так, давайте получим советы для близнецов. Так, совет для вас африканского оракула, близнецы, первая половина октября. Совет для близнецов с 1 по 15 октября. Так, это у нас малый народец. Карта у вас прямая сейчас. Рядом с вами есть те, кто с радостью готов подключиться к вашей работе и предоставить вам необходимую помощь в проекте, который также дорог и их сердцу. Оглянитесь вокруг, озвучьте, какая поддержка может быть вам нужна, и с благодарностью принимайте предложенную помощь. Еще у нас один оракул. Это оракул Королевы Луны, близнецы.
первая половина октября. Гроув – это рост, рост развития. Здесь карта говорит, вот сейчас все, что вы заложите, будь то это недвижимость, ваши финансы, работа, карьера, бизнес, творческие проекты, отношения, все будет расти и развиваться. Самое главное – настраивайтесь на то, что у вас все будет хорошо, и постарайтесь выйти из какой-то стагнации, если таковая была. Или вот из этой двойки мечей и туч. Это или сомнение, колебания, или нерешительность. Ну, давайте еще получим совет от маятника. Так, маятник, ответь, пожалуйста, на вопрос близнецов, да или нет, первая половина октября. Вопрос нет, но так как он крутится по кругу, он может говорить, что вопрос нет из-за того, что, может быть, вы сами еще сомневаетесь. Да. Такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.